О самооценке, соцсетях и внутренней борьбе. Мастер-класс, который провел на Молгороде известный российский актер театра и кино Александр Носик, многих заставил задуматься. О чем рассказывал на встрече звезда экрана в сюжете Галины Титарчук. Спасибо вам. Вот таким флешмобом встречали жители Молгорода российского актера театра и кино Александра Носика. Звезда сериалов «Спецназ», «Возвращение Мухтара», «Каменская» произвел настоящий фурор. На площадке, где проходил мастер-класс, едва уместились все желающие. Сама же встреча была больше похожа на психологический тренинг. Актер и телеведущий заставлял ребят думать и отвечать на самые непростые вопросы о себе, о своем внутреннем мире, о своем окружении. Во что мы верим, это возвышено. И вечный конфликт в человеке между этим и этим. Это вечный спор. И каждый решает его в свою сторону. Он определяет, что нравственно или безнравственно. Или идет за критериями, которые установило общество. Понимаете? И вот это дает всегда проблему. Я не знаю, хорошо это или плохо. Когда, рано или не рано. Электричество это плохо или хорошо? Хорошо, а если это электрический стул? Хорошо, ветер это хорошо? А если он срывает крышу, и крыша убивает вас? Ни хорошо, ни плохо. Все может быть использовано либо хорошо, либо плохо. Вопрос, что будет в ваших руках и как на вас воздействует. Значит, нету понятия хорошо или плохо. Есть конкретный ваш выбор. Ваш. На своем примере Александр рассказал, как и чего можно добиться в жизни. Главное не быть пассивным, поставить цель и во что бы то ни стало добиться результата. Как вы можете понять, можете вы или не можете, если вы не пробовали? Для того, чтобы выиграть в соревнованиях, да, нужно готовиться, нужно тренироваться, нужно пройти тесты отборочные. Они дают уверенности? Тогда вопрос, какого ляда вы сидите и ничего не делаете? Как вы можете получить уверенность, если вы не попытались ее получить? Понимаете? На практике молодые люди попробовали составить социальный портрет собеседника. Задание оказалось непростым. Что еще сказать там? Так, сейчас. Волосы? Да, он следит за собой. Вон волосы какие. А что сейчас было сделано? Поправился. Не уверен. Подыграл. К концу мастер-класса в зале установилась очень доверительная атмосфера. И в армии поклонницы боятельного актера значительно прибыло. Поняла, мне просто холодно и тепло стало как-то. Об Александре Носике я знала давно, но сегодня он открылся для меня как новый человек. Такой позитивный, а в фильмах он больше какой-то серьезный. Такой мужественный, а тут даже как-то подшучивает. Не каждый день есть такая возможность, чтобы поговорить лично с актером. Я очень ждала этой встречи, и мне очень нравится, какие темы затронуты. Такая атмосфера домашняя, будто ты начинаешь понимать его, понимать себя и чувствуешь какой-то не официоз такой, а просто домашнюю близость или что-то, и от этого становится так тепло и легко на душе. Два часа пролетели как один миг. Ребята еще долго не отпускали артиста из своих объятий, а тот, в свою очередь, пообещал обязательно вернуться в нашу республику с новым мастер-классом. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.